Stars. Как-то уже рассказывал про новый дом, про тонкие межквартирные перегородки и тому подобное, но шоу продолжается. Стою в коридоре, чищу ботинки, слышу в подъезде грохот. Вылетаю, стоит в жопу пьяная соседка и пытается открыть двери. Увидела меня. Я сегодня немножко выпила. Вижу. Не могу открыть дверь. Давайте помогу. Легче ключ в жопу запихнуть, чем в эту щель. Открываю. Соседка переступает через порог и падает на пол. Вам помочь? Вдруг голос, потом понял, что с этажа выше. Только не трахай ее, она слишком громко стонет, а мне завтра рано на работу вставать. Действительно, театр, жду продолжения.